вами продолжается наш лекторий. У нас новый, новый сезон, и в этом сезоне мы продолжаем цикл «Восточные студии». Юлия Аркадьевича Алисян, старший научный сотрудник, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института восточных рукописей. Он расскажет нам о вере Бахаи. Пожалуйста, вам слово. Да, ну, Можно сидеть. Я так и понял. Мне только первый кадр потребуется уже скоро. Ага. Дорогие друзья, очень рад всех вас приветствовать. И для меня это очень тоже приятное событие. Встретиться с приятными людьми. Ну и что-то там рассказать интересное может кому-то. Значит, наша тема сегодня – это вера Бахаи. История, учение, современность. Несколько вводных слов. Вера Бахаи, устаревшее ее название «бахаизм», независимая монотеистическая религия, определяющая себя как позднейшая из мировых религий откровения. Она насчитывает в своих рядах более 5 миллионов последователей, есть и более высокие, большие цифры, но я привожу вот эту из осторожности. Представителей более 2000 различных этносов, проживающих в 235 странах и зависимых территориях. В западных религиоведческих исследованиях ее иногда называют постисламской религией. Post-Islamic religion. Зародившись в недрах ислама в Иране в 1844 года, она, в 1844 году она изначально заявила о себе как самостоятельная по отношению к исламу религия. Чем, кстати, она навлекла на себя немало ударов и бед. Связь ее с исламом аналогична связи христианства с иудаизмом. Христианство тоже когда-то зародилось на почве мессианских ожиданий в иудаизме, но сложилось в самостоятельную религию. Так же примерно произошло и с верой Бахаи, которая возникла на почве мессианских ожиданий в исламе, прежде всего в шиитском исламе, но, так сказать, она тоже сформировалась уже изначально, была задумана как самостоятельная религия. И определяется вера Бахаи как самостоятельная вполне конкретными признаками. Она имеет собственного пророка-основателя, имеет собственные священные писания, законы, календарь, эру, отсчет дат от года возникновения своего собственного, праздники, места паломничеств, представление об особом завете с Богом через своего пророка-основателя и так далее. Сегодня вера Бахаи по географической распространенности уступает только христианству. Международное сообщество Бахаи зарегистрировано при ООН как неправительственная организация и имеет консультативный статус при экономическом общественном совете ООН, а также детском фонде ЮНИСЕФ. Послание религии Бахаи не адресовано какому-то одному этносу или нации, не сковано рамками какой-то отдельной культуры, поэтому по этому признаку она сходна с мировыми религиями, такими как ислам, христианство и буддизм. Хотя она зародилась в персидской этнической среде, сегодня из более 5 миллионов бахаи этнические персы составляют едва ли более 500 000 человек. Крупнейшая община бахаи сегодня имеется не в Иране, где, в общем-то, она преследуется, и на протяжении всей истории были разные волны преследований, а в Индии крупнейшая община бахаи. Крупная и активная община бахаи существует также в Соединенных Штатах Америки, а также в ряде еще стран Запада. Для Европы второй половины 20 века характерен был большой интерес к вере Бахаи и прежде всего к бабизму, о котором мы будем говорить чуть позже. Это предтеча веры Бахаи. Дипломаты, востоковеды и другие старались любым способом внести посильный вклад в изучение этого нового феномена, то есть зарождение новой религии, потому что он ломал устоявшиеся тогда уже стереотипы о том, что зарождение религии относится к древним эпохам человеческой истории, поскольку религиозное мышление соответствует ранним этапам человеческого общества и сознания. Особый интерес к предмету был проявлен в России и в Англии, потому что эти страны
имели особый интерес к делам в Персии. Персия была разделена на сферы влияния между Россией и Англией. Географическое и политическое положение России давало ее представителям особые преимущества в коллекционировании, собирании разных материалов, связанных с вот этим явлением. Ну, прежде всего, близость России. Не случайно уже на разных этапах история бабизма и особенно веры Бахаи непосредственно была переплетена с Россией. И мы о России еще поговорим отдельно. Россия и вера Бахаи. А сейчас сделаем некоторый экскурс в предысторию. Вера Бахаи ведет отсчет своей истории от 1844 года, от того момента, когда в персидском городе Ширазе некто по имени Али Мухаммад Ширази, то есть из Шираза, принявший титул Баб, то есть врата, провозгласил свою духовную, или по другой терминологии, пророческую миссию, которая заключалась в подготовке человечества к появлению еще более великого пророка, следующего вслед за Бабом, которому предстояло открыть для человечества эпоху всеобщего мира. Эта деятельность Баба, полная драматических обстоятельств, продлилась более 6 лет. За это время он успел привлечь 1000 последователей и был казнен в 1850 году в персидском городе Табризе. Так возник бабизм, с которым вера Бахаи связана пуповиной. И оба феномена, то есть бабизм и вера Бахаи, при значительной автономии, объединяются в рамках более общего целого, которое на языке, по терминологии Бахаи, называется двойным богоявлением. Некоторых событий бабизма мы коснемся вот в процессе нашего разговора, нашей лекции. Сам бабизм сформировался на почве мессианских ожиданий в исламе, прежде всего в шиитском. При этом он изначально заявил о себе как о самостоятельной по отношению к исламу религиозной системе и о следующем после ислама божественном откровении. Немалую роль для подготовки почвы для возникновения бабизма сыграла шиитская школа шейхизм, возникшая в конце 18 века и особенно активно действовавшая в конце 18 и в первой половине 19 века на территории Ирана и Ирака. Из-под пера Баба, основателя бабизма, проистекло немало писаний, все из которых составили священное писание бабизма, а впоследствии при возникновении веры Бахаи были интегрированы уже в корпус священных писаний веры Бахаи, наряду с собственными писаниями веры Бахаи, ну, примерно как книги Ветхого Завета, в широком смысле слова, составляют часть священного писания христиан. Хотя, как мы знаем, все аналогии относительны и условны. Баб явил вот тоже свои священные писания на арабском и персидском языках, хотя родным для него был персидский язык. Его писания по-арабски написаны в стиле Корана, можно сказать, рифмованной прозой и состоят из аятов, то есть вот священных стихов. Среди книг Баба отметим несколько особенно значимых. Это персидский баян, арабский баян, а также Каюмуль Асма или комментарий на суру Иосифа. Слово «комментарий» не должно вводить в заблуждение. Баб использовал слово «комментарий» несколько в ином значении и использовал жанр комментария для изложения собственного учения. Почти на каждой странице персидского и арабского баянов у Баба есть указание на этого более великого пророка, которому он подготовлял почву, которого он благоговейно называл «тот, кого явит Бог», и которого бабиды должны были безоговорочно признать, где бы, когда бы он не заявил о себе. И вот этот новый пророк имеет право отменить изучение Бабы все, что захочет, и узаконить все то, что захочет, и, естественно, прибавить все то, что захочет. Когда мы говорим, что почва для бабизма и, соответственно, веры Бахаи впоследствии была подготовлена мессианскими ожиданиями в исламе, особенно шиитском, следует иметь в виду, что исламу, точнее шиитскому исламу, была присуща вера в скрытого имама, или иначе 12-го имама.
Мухаммед бен Аль-Хасан Аль-Аскари, замыкающий цепь из 12 шиитских имамов и наследников имама Али, понимается в шиизме как скрытый имам или Махди. По представлению шиитов, исчезнувший в детском возрасте в 9 веке, он жив, и ему должно восстать в конце времен, чтобы наполнить землю справедливостью и правосудием, как ее до сего времени наполняли гнет и насилие. Отсюда его другое название – Каим, то есть восставший. Первоначально, как считают шииты, когда исчез вот этот скрытый имам в детстве, связь между ним и паствой происходила через посредников, которые последовательно друг друга сменяли. Таких было 4. И вот этот период, пока была связь через посредников, именуется у шиитов малой сокрытостью. Когда же цепь посредников прервалась, наступает или наступила большая или великая сокрытость. Баб же, основатель бабизма, отождествил себя в своих писаниях и проповедях вот с этим 12-м сокрытым имамом, восставшим имамом, но не буквально, а фигурально. Это нужно иметь в виду. То есть заявил, что с его пришествием в мир осуществились исламские пророчества о скрытом имаме. Но не лично своего не отождествлял, именно фигурально. По мере усиления бабизма и расширения его рядов, бабизм столкнулся с мощным сопротивлением шиитского духовенства, повлекшим за собой заключение баба в крепости Маку и Чихрик, судилище над бабом в городе Табризе и его казнь в том же городе Табризе в 1850 году. Нужно сказать, что за 6,5 лет бабизм успел привлечь на свою сторону многих сторонников среди разных конфессий, не только мусульман, и среди разных социальных слоев, включая даже видных богословов. При этом распространение бабизма сопровождалось выступлениями, которые получили в истории название «бабитское движение» или «бабитские восстания», подавленные властями очень жестоко, в результате чего бабитское движение в Иране внешне потерпело поражение, но бабизм полностью не сошел с арены, а продолжал существовать. Через какое-то время ядро бабидов переселилось в Ирак, о чем мы будем говорить, и центром бабизма стал уже Ирак. Здесь же, к концу указанного периода, иракского периода, в Ираке и зародилась религия Бахаи, для которой бабизм проложил путь и подготовил идейную почву. Вот это место казни баба и казематы, где баба содержали вместе с любимым своим его учеником, и где он был казнен. А о бабе ходило очень много легенд, очень много историй, много чудес с ним связано. Я коснусь лишь только одного события, которое документировано и прошло по всем, в общем-то, хроникам дипломатическим, и российским, и зарубежным, и так далее. Это его исчезновение с места казни. После того, как по нему дал залп полк, целый полк солдат. Дело в том, что расстреливать баба было поручено христианскому, понимая, армянскому полку, под руководством Самхана или Самсунхана, потому что мусульмане отказывались выполнять этот приказ. Так велико было благоговение в исламской среде перед личностью бабы. И когда, значит, баба привязали вместе с учеником веревками к столбу, значит, был выведен полк, несколько сот ружей было, так сказать, обращено на бабу, раздался залп, и после того, когда дым рассеялся, взору присутствующих открылась, значит, такая картина. Веревки разорваны от попадания пуль, бабы нет. Бросились его искать, нашли его в том же подземелье, в том же каземате, откуда до этого времени выводили, и он додиктовал свое завещание своему секретарю. После чего он сказал, что он закончил, теперь он готов. После этого его вывели снова. Армянский полк в полном составе ушел с места казни, уже, так сказать, не искушая судьбу дальше. И нужно было на ходу сколачивать какую-то бригаду, такую расстрельную, из тех, кто попался под руку. И эти уже довели свое дело до конца. Тела и бабы, и ученика были изрешечены пулями настолько, что, как отмечают источники,
Даже части тела разошлись, так сказать, в сторону. Но лица были чудесным образом не тронуты пулями, и даже русский консул привел художника, который написал посмертный портрет бабы и его любимого ученика. И вообще этот портрет он разыскивает. В общем, его пока не могут найти. Есть подделки, но того конкретного портрета пока не могут найти. Значит, вот эти события, какими бы чудесными и, так сказать, странными они не казались, они описаны, и они, описание их восходит еще к первому исследователю бабизма, французскому дипломату де Гобино. А вот что пишет известный советский иронист, историк Михаил Сергеевич Иванов по этому поводу. Даже солдаты-христиане не хотели стрелять в бабы, которые не получил после первого залпа ни одной царапины. По приказу самхана солдаты разыскали баба и снова подвесили веревками на столбе. Вторым залпом баб был убит, в его тело попали десятки пуль. Присутствовавшая при этом толпа народа убедилась, что баб мертв, а не скрылся или улетел на небо, как это думали многие после того, как баб скрылся, как 12-й имам Махди. Он же был скрытый, все-таки имам. Обстоятельства расстрела баба подтверждаются сведениями, приводимыми врагами баба придворными иранскими источниками. Историками, простите. Вот. И вот что пишет Аничков, тоже русский дипломат и вообще консул в Табризе. По этому же поводу. Баб казнен смертью в Табризе. Той же участи подвергся один из главных приверженцев его, Магомед Али. Беспорядков при этом не произошло, благодаря обдуманным действиям здешнего начальства. Оба осужденные встретили смерть мужественно, не прося пощады и не обличая ни малейшим словом своих страданий. На сторону бабидов, как я уже говорил, перешли некоторые высокоавторитетные в Персии богословы. Даже среди шахских чиновников и сановников было немало людей, тайно симпатизировавших бабизму и даже исповедовавших его. В бабизм переходили не только мусульмане, но и представители других конфессий. Хотя общее число участников бабидского движения не может быть установлено, но по мнению Мирзы Тагихана Амир Кабира, это пишет советский историк Нина Алексеевна Кузнецова, их было около 100 тысяч человек. Героизм и стойкость бабидов признавались всеми. Так в одном из донесений Аничкова все того же русского дипломата говорится. Бабинцы, то есть бабиды, сопротивляются с отчаянным мужеством и постоянным успехом. Емкую характеристику бабизму дает известный британский востоковед Эдвард Гринвелл Браун. Вера, чьи приверженцы исчисляются теперь не сотнями, а тысячами, а мученики не десятками, а сотнями, и которая независимо от своей дальнейшей судьбы из того же состава, из которого образуются мировые религии. Мощи баба после долгих скитаний, так сказать, сокрытия и так далее, в результате оказываются на Святой Земле, то есть в Палестине, в палестинском городе Хайфа, теперь это Израиль. И вначале временное святилище строится для останков баба, а позже вот святилище приобретает такой вид, и вокруг него, это вечерняя съемка, и там 19 террас, вот это вниз идут, это некоторые террасы. И вокруг этого святилища позже образуется международный центр религии Бахаи в Хайфе. Это происходит. А теперь мы переходим, собственно, к вере Бахаи, зарождение веры Бахаи. Через 2 года после мученической казни, ну или после казни баба, произошло событие, существенно повлиявшее на весь последующий ход истории. Летом 1852 года двое, по некоторым сведениям, трое бабидов, молодых, из отчаяния и в отместку за казнь баба, совершает неудавшееся покушение на правящего шаха из династии Каджаров. Каджаров, кстати, приезжал в наш Петербург, этот шах, Насиреддин шах. Значит, покушение было неудачным, шах прекрасно отделался легким испугом и стал, видимо, еще здоровее. После этого прожил долго и счастливо. Но это послужило основанием для репрессий, как сейчас бы сказали, против бабидов. Бабидов стали уже уничтожать на месте, хватать, уничтожать, в темнице кидать. Так погибла и женщина,
героическая женщина, бабитка Тахире, легендарная, так сказать, особа. И вместе с заключенными в тюрьму попал и видный бабит Хусейн Али Нури. Нури означает, ну, это называется низба, то есть псевдоним по месту происхождения, потому что род его происходил из Нура в провинции, персидской провинции Мазандаран. Происходил он из знатного персидского аристократического рода. Его отец был некогда сановником высоким и, так сказать, был даже правителем вот этой провинции Мазандаран. После, однако сын Хусейн Али Нури по прозванию Баха или Бахаулла, это в переводе «слава Божья» или «величие Божье». Ему и предстояло стать основателем веры Бахаи, и он, собственно, вера Бахаи и происходит от Баха, от слова Баха. Значит, он не пошел по пути своего отца, не сделал карьеру сановника или царедворца, хотя у него для этого были все возможности. В своих писаниях он пишет даже почему, но это все очень интересно, захватывающе читается, но формат нашей лекции не позволяет в это углубляться. Когда в 1852 году начался очередной виток гонений на бабидов, на этот раз в связи вот с покушением на шаха, Бахаулу вместе с другими схватили бабидами и поместили в тегеранскую темницу Сиях-Чаль, что в переводе означает «темная яма». Эта яма некогда служила резервуаром для сточных вод тегеранских бань, поэтому понятно, какой там был санитарный уровень и вообще качество жизни. Однако сама по себе эта темница знаменательна не только этим, а тем, что, как сообщает Бахаулла, теперь мы уже говорим Бахаулла, а именно там, именно с этой темницей Бахаулла связывал первое свое откровение свыше. Вот как Бахаулла описывал то, что пережил в темнице, когда впервые осознал свое предназначение. «Однажды ночью, во сне, со всех сторон стали доноситься до меня сии возвышенные слова. Воистину, мы даруем победу тебе и перу твоему, да не опечалят тебя сии напасти, и да не устрашишься, ибо нечего тебе страшиться. Скоро явит Бог сокровища земные, людей, что помогут тебе через тебя самого, и имя твое, коим живит Господь сердца уверовавших в Него». Дальше Бахаулла говорит: «В те дни, что я провел в заточении в Тегеране, мне было не до сна в смрадной темнице, где я изнывал под тяжестью цепей, но когда случалось задремать, то словно бы истекало нечто из темени по груди, подобно могучему потоку, несущемуся с горной вершины. Все тело мое тогда было охвачено пламенем, а с языка срывались речи, не предназначенные для слуха смертного». Шахские власти не нашли доказательств причастности Бахаулы к покушению на шаха. Ну, не нашли, и что? Многих тоже не могли ни в чем обвинить, но казнили. Только по факту принадлежности к бабидам. С Бахаулой случилось иначе. И здесь, возможно, сыграла роль заступничества российских дипломатов. А вызволение Бахаулы из заточения, это вмешательство со стороны русского посланника в Тегеране, безусловно, имело место и, скорее всего, сыграло и вот эту положительную роль, потому что это вытекает из слов самого Бахаулы. Когда позже Бахаулла объявил о своей пророческой миссии и начал распространять послания царям и правителям мира, он послал послание Александру II, где вспомнил с благодарностью о том, что совершил посланник Александра II. Вот: «О царь России, — писал Бахаулла, — остерегись, дабы ничто не удержало тебя от обращения лица твоего Господу твоему, сострадательному, наимилостивому. В то время, когда лежал я в цепях и оковах в тегеранской темнице, один из твоих посланников протянул мне руку помощи. Посему определил для тебя Бог положение, которое непостижимо ничьим знанием, кроме как знанием его самого. Остерегись променять возвышенное состояние сие». Освобождение Бахаулы из темницы не означало, однако, окончание преследования. Казнь была заменена высылкой в Ирак, тогда в пределах Османской Турции, Османской империи. С этого момента, начало 1853 года по 1863 год, примерно 10 лет, и начинается, а дальше продолжается иракский период жизнедеятельности Бахаулы. В одном из своих посланий Бахаулла так поведает о своем переселении в Багдад. «И когда гонимый сей», гонимый часто так о себе говорил Бахаулла,
сей вышел из темницы, то по указу Его Величества Шаха, да оградит его Бог Всевышний, мы отправились в Ирак в сопровождении лиц, находящихся на службе у высокочтимых правительств Персии и России. То есть, видите, Россия до последнего как бы вот оказывала покровительство Бахауле. Хотя и в самой Персии бабидов остается немало, о чем свидетельствуют непрекращающиеся гонения на них, Ирак на время стал центром бабизма. Именно здесь появляется большое число писаний Бахаулы, вот таких как «Сокровенные слова», «Семь долин» и «Четыре долины», и одна из основополагающих священных книг религии Бахаи, «Китаб Иган» или «Книга несомненности». Вместе с Бахаулой в Ираке оказываются многие другие бабиды, включая его брата по отцу, Мирза Яхью, который имел прозвище или прозвание Субхе Азаль. Он был на тот момент формальным, или по терминологии Эдварда Брауна, номинальным главой общины бабидов, несопоставимой по авторитету и влиянию самим Бахаулой. Вот как описывает обстановку в бабидской общине после разгрома бабидского движения в Персии все та же Нина Алексеевна Кузнецова. Небольшая группа бабидов укрылась от преследований в Турции. Туда бежали Субхе Азаль и несколько его приверженцев. В Турцию был выслан Бахаула, который с разрешения турецких властей поселился в Багдаде. Вскоре здесь собралось около 100 бабидов. Они получали небольшое пособие от турецких властей и занимались торговлей и ремеслами. Жили они общиной, всеми делами распоряжался Бахаула, хотя формально главой бабидов считался Субхе Азаль. Иранское правительство лишило бабидов подданства и конфисковало их имущество. Персидский посол в Стамбуле неоднократно требовал запрещения проповеди бабизма в Османской империи и выселения бабидов из Багдада. Община переживала духовный кризис, на фоне которого участились распри в среде бабидов. Чтобы не стать яблоком раздора, Бахаула покидает Багдад и отправляется в такое укрытие, можно сказать, на север Ирака, в Курдистанские горы, местечко Саркалу, недалеко от Сулеймания, где проводит в отшельничестве 2 года. Вот такая пещера, в одной из которых мог находиться Бахаула. Дело в том, что мы не знаем, конкретно эта ли пещера послужила местом тайного, так сказать, проживания Бахаулы в Курдистане, но это снимок одной из пещер того района. Если не это, то какая-то ближайшая к ней. Через 2 года члены общины бабиды все-таки узнают о местонахождении Бахаулы, посылают к нему людей, и те уговаривают Бахаулу вернуться. Но Бахаула возвращается, предпринимает титанические усилия для сплочения общины, в чем преуспевает, но не без усилий иранских властей, которые не хотели существования бабидов в такой близости от персидских границ, то есть на территории Ирака. Бахаулу выселяют из Багдада и переводят в европейскую Турцию. Вначале в Константинополь, а затем в Адрианополь, иначе Эдирне, как теперь это называется. Перед отправкой в Константинополь в конце апреля-начале мая 1863 года случается знаменательное событие. Точный день тут установить невозможно, вот эти 10-12 дней. Бахаула открывает узкому кругу своих сподвижников вначале, что он и есть тот самый пророк, грядущий пророк, о пришествии которого говорил Баб, и которого бабидам нужно было постоянно ожидать, и которого Баб называл тот, кого явит Бог. С этого момента, можно сказать, начинается уже история веры Бахаи собственно. Не все бабиды приняли Бахаулу в таком качестве. Прежде всего, его не принял сам формальный глава бабидов Мирза Яхья Субхе Азаль. Он становится центром оппозиции Бахауле. Вокруг него сплачиваются те бабиды, которые вот не приняли Бахаулу, и они получили название в истории «Эзелиты» или «Азалиты» по названию своего, так сказать, вождя Субхе Азаля, значит, «Азалиты» или «Эзелиты». Их число вначале было большим, но постепенно круг их все больше и больше сужался по мере того, как они признавали Бахаулу.
И к концу 19 века Эдвард Браун, который сохранял с Субхиазалем очень хорошие отношения, был в переписке, ну, он с Бахулой был в переписке с Субхиазалем, вынужден был признать, что у Субхиазаля-то осталось очень мало сподвижников, ну, буквально единицы. И будущее уже бабизма сам Эдвард Браун связывал не с Субхиазалем, а с Бахулой и его последователями. В Адрианополе Бахула начинает рассылать, а в Акке, в Палестине, недалеко от Хайфы, куда позже его ссылают, он продолжает рассылать послания к монархам и правителям. Это с 1868 года он продолжает, когда он оказывается в Акке. Одно из них, послание к царям, написано по-арабски и обращено к монархам коллективно. Другие представляют собой индивидуальные послания. Они включают в себя, вот здесь говорится, послание римскому папе Пию IX, персидскому шаху все тому же, который пережил покушение на Насиреддину, русскому царю Александру II, немецкому кайзеру Вильгельму I, впоследствии королю Пруссии, точнее, королю Пруссии, впоследствии германскому императору, австрийскому императору Францу Иосифу, английской королеве Виктории, императору Франции Наполеону III, турецкому султану Абдул-Азизу. Впервые Бахаула призывает правителей к установлению мира между странами и народами, получившему позднее в писаниях религии Бахаи название «малого и величайшего мира», как неизбежного будущего человечества, достигшего коллективной зрелости. Вот, в частности, выдержки из одного из таких посланий. «Бойтесь Бога, о цари! Не приступайте к пределам Божьих и следуйте тому, что велено вам в Писании, и не будьте из приступающих. Остерегайтесь чинить насилие над кем-либо, даже с горчичное зерно. Ходите путями справедливости, ибо воистину сие прямой путь. Помиритесь между собой и сократите ваши воинства, чтобы уменьшились ваши расходы и испытали бы вы успокоение. А если возникают между вами разногласия, нет нужды у вас в многочисленных армиях, войсках, кроме как в меру необходимую для охраны ваших земель и стран. Бойтесь Бога, не излишествуйте ни в чем и не будьте из расточительных. Известно нам, что увеличиваете вы свои расходы с каждым днем и возлагаете на них бремя на подданных своих. Но сие невыносимо для них, и сие изгнет великий. Поступайте справедливо, о цари, по отношению к людям и соделайтесь воплощениями справедливости на земле. Сие надлежит вам и подобает вашему сану, если вы из тех, кто судит беспристрастно. В течение всего пребывания в Акке и в Бахджи, Бахджи недалеко от Акки, где находится теперь святилище Бахулы тоже, несмотря на периодическое облегчение условий, Бахула остается на положении ссыльного и узника. Вот как выглядела тюрьма, в которой содержался Бахула в то время, когда он был заточен там. Вот как она выглядит сейчас. И лучше, конечно, она сейчас выглядит. В Бахджи из-под пера Бахулы вышли множество писаний, послания к сыну волка и многочисленные скрижали. Но главное – Китабы Акдас, наисвятая книга, основополагающее священное писание религии Бахаи. Она переведена на русский язык и опубликована, была еще переведена на русский язык и опубликована вместе с подлинником, российским исследователем веры Бахаи Александром Григорьевичем Туманским. И это первый перевод писаний Бахаи на европейский язык, то есть на русский язык. То есть писания Бахаи впервые стали переводиться на европейский язык, с русского языка на русский стали переводиться. Бахаула ушел из жизни в ночь с 28 по 29 мая 1892 года в возрасте 74 лет. Эта дата, день Вознесения Бахулы, ежегодно отмечается Бахаи. Он захоронен в усыпальнице Бахджи, ставшей главной святыней, вот, ставшей главной святыней или одной из главных святынь новой религии. Вот еще один вид этой усыпальницы. Бахаула оставил духовное завещание, именуемое «Воля и завещание», текст которого в подлиннике со списка, присланного из Акки, также опубликован был Александром Григорьевичем Туманским с переводом под заглавием «Грамота моего завета». В нем Бахаула в очередной раз подчеркивал свою объединительную миссию по отношению к человечеству.
Вот в частности он писал: «Целью этого угнетенного было потушить огонь ненависти и злобы, перенося горести и несчастье, ниспосылая аяты, то есть священные стихи, и ясные доказательства. Ведь, быть может, миры сердец людей осветятся светом согласия и достигнут истинного успокоения. Характерно, как определяет Бухула, предназначение религии. О, люди мира, божественная религия предназначена для любви и единения. Не делайте ее причиной раздора». В воле и завещании Бахаулла назначает своего старшего сына, Аббаса Эфенди, больше известного как Абдул-Баха, для духовного водительства общины Бахаи. Абдул-Баха, вот еще несколько... Абдул-Баха, годы жизни 1644 по 1921, не унаследовал от Бахаулы и Баба их статуса пророка или, по терминологии Бахаи, явителя Божьей воли, о чем еще будет сказано позже. Речь идет об Абдул-Баха как о духовном главе Всемирной общины Бахаи после Бахаулы и правомочном толкователе Писаний. Тексты самого Абдул-Баха имеют статус канонических толкований в религии Бахаи. Абдул-Баха с 1911 по 1912 годы отправился в путешествие по Западной Европе и Северной Америке для того, чтобы знакомить людей на Западе с учением своего отца. Много написано и сказано об этом человеке. В частности, Бертельс, известный российский, русский, советский иронист, говорил: «Величавый образ Абдул-Баха известен почти каждому интересующемуся жизнью Востока человеку. Я же ограничусь выдержкой из некролога по случаю кончины Абдул-Баха, написанного известным русским и советским востоковедом Игнатием Юлиановичем Крачковским, который знал Абдул-Баха лично. По смерти своего отца Абдул-Баха, ну здесь по-другому фамилия, имя дано, стал во главе движения. Турецкая революция 1909 года освободила его от необходимости жить без права выезда в Аки. После этого он предпринимал большие путешествия по Европе и Северной Америке, произнося речи в различных протестантских церквах и публичных собраниях Парижа, Лондона, Эдинбурга, Соединенных Штатов. По возвращении в Палестину он поселился в Хайфе у подножия горы Кармель и пользовался большим влиянием среди представителей всех наций и религий, равно как всех классов населения, благодаря обаянию своей выдающейся личности. Внешним образом это проявилось на его похоронах 29 ноября, в которых приняли участие все жители Хайфы и ближайших местностей. Во всей его фигуре и обращении чувствовалось внутреннее величие и великая духовная сила, которая обаятельно действовала на всех, даже случайно с ним встречавшихся. Вот три тоже еще портрета Абдул-Баха. Абдул-Баха похоронен в одном из пределов святилища Баба на горе Кармель. Согласно его воле и завещанию, функцию духовного главы международной общины Бахаи взял на себя его старший внук, соответственно, правнук Бахаулы, Шоги Эфенди, который с 1921 года до момента своей смерти в 1957 году сохранял это положение. Наиболее распространенный титул Шоги Эфенди – хранитель или хранитель веры Бахаи. Шоги Эфенди связано реальное становление административных институтов общины Бахаи. По смерти Шоги Эфенди цепь духовных глав или хранителей прервалась, и функция координации и организации жизни духовной всемирной общины Бахаи перешла к избираемому на 5 лет коллективному, состоящему из 9 человек, институту, предусмотренному еще Бахулой, Всемирному дому справедливости. Вот как он выглядит. Всемирный дом справедливости сейчас на горе Кармель. Значит, избрание первого состава Всемирного дома справедливости произошло в 1963 году. Теперь, дорогие друзья, очень кратенько остановимся на роли, буквально тезисно, России в истории веры Бахаи. Я уже говорил, что роль России велика и определяется она следующими фактами. Говорилось уже о роли русского дипломатического представителя в вызволении Бахаулы из заточения. Первая в мире организованная община Бахаи за пределами Ирана появилась на территории Российской империи в Ашхабаде в начале 80-х годов 19-го столетия.
Первый в мире храм Бахаи был построен в Российской империи в Ашхабаде. Окончание строительства в 1918 году, возведение началось в 1902, просуществовал до 1963 года, после чего был снесен. Независимый характер религии Бахаи на юридическом уровне впервые был признан в 1889 году русским судом, который выступил в защиту прав ее последователей, что не имело прецедента в истории веры Бахаи. Русский был первым европейским языком, на который были переведены священные писания Бахаи. Русские востоковеды и дипломаты 19-го, начала 20-го веков были в числе первых, кто посвятил зарождавшейся мировой религии научные исследования и печатные труды, среди которых отметим Казымбек, Бабы Бабиды, Розин, первый сборник посланий Бабида, Бехуллаха и так далее. В конце 19-го, начала 20-го веков российские исследователи и литераторы своими трудами способствовали распространению знаний о новой религии не только в России, но и на Западе. Член философского общества Восточного библейского поэтесса Гриневская посвятила Бабу и Бахауле две пьесы, одна из которых была поставлена. Баб – драматическая поэма из истории Персии, опубликована в мае 1903 года, с января 1904 по 1917 с успехом шла в литературном театре Санкт-Петербурга, а затем и в театрах других городов. Александр Григорьевич Туманский писал о башхабадской общине следующее. Благодаря своему достойному образу жизни они, бахаи, в дореволюционных работах именовавшиеся бабидами, приняты русскими как нельзя лучше. А Крачковский говорил вот это. Бихаидов, как и бабидов, связывают с Россией тесные духовные узы. Изгнанные из Персии, бабиды нашли убежище на Кавказе и в Средней Азии. Бихаиды любили Россию, и автор этих строк живо вспоминает тот интерес, с которым расспрашивал его в 1910 году Аббас Эфенди, то есть Абдул-Баха, при первом знакомстве в Хайхе. К 1890 году численность бахаи, то есть переселенцев, в Ашхабаде достигла 1000 человек, то есть 10% населения Ашхабада, большинство жителей которого, то есть Ашхабада, исповедовали ислам. К началу 20-х годов 20 века община достигла высокого социального и культурного уровня, достигла почти поголовной грамотности, то есть поголовной грамотности, это в крае почти поголовной неграмотности в то время. Во владении общины находились зал для собраний, дом для паломников, лечебница, кладбище, библиотека и читальня. Работали две школы для мальчиков и для девочек, и два детских сада. О храме я уже говорил, по терминологии Бахаи, это дом поклонения. В 1895 году в Ашхабаде были проведены выборы первого местного духовного собрания. Это обстоятельство позволяет говорить об ашхабадской общине как о первой, не как просто о неком сообществе Бахаи, которые в то время существовали во многих городах мира, но и как о первой организационно оформившейся общине Бахаи в административном смысле этого слова, потому что согласно принципам Бахаи, некое сообщество Бахаи может называться общиной только после того, как в нем произойдут выборы местного духовного собрания, состоящего из 9 человек. Об этом тоже позже мы скажем. 27 августа 1989 года в Ашхабаде произошло кровавое убийство двумя шиитами почтенного Бахаи. Произошел суд, русские власти организовали справедливый суд над убийцами, и в результате убийцы были приговорены к смертной казни, но по ходатайству самой общины Бахаи смертная казнь была заменена, так сказать, каторгой. Сам по себе справедливый суд был беспрецедентным событием в истории веры Бахаи, что впервые эта гонимая община столкнулась с справедливым к себе отношением. Это вызвало резонанс очень большой общественный, и на это откликнулся даже сам Бахаулла, тогда еще жив, который тогда был еще жив. Он откликнулся посланиями своим последователям повсеместно и к бабидам Ашхабада. И в эти послания, некоторые из них опубликованы Туманским в подлиннике, в переводе, и вот там, в частности, такие слова признательности российскому государству. «Поистине светозарная держава, да укрепит ее Бог». Я говорю, приятно вот в наше время читать такие слова нашей стране, потому что слышишь нечасто.
проявила справедливость. Справедливость же источник величия и мощи и могущества царей. Благо тому, кто украсится ею и напьется из чаши ее и осветится лучами ее. Нужно, чтобы эта община, то есть Бахаи, постоянно имела это в виду. Бог велика слава его, всегда любил и любит честность, и в разных посланиях всем предписал. Это помощь светозарной державы, это проявление правды и справедливости. Бог даст, сотрет тиранство и насилие мира. Мы завещаем, чтобы она не забывала этой справедливости, чтобы из глубины сердца община молила Бога, да продлит, да продолжит и продлит он долговечностью власти и царства, подвиги придержащего знамя справедливости, так как только Бога ради он соизволил помощь оказать угнетенным всеми и постановил приговор справедливый. Ну и так далее, и так далее. Все вот такие слова признательности. В собрании нашего института, Института восточных рукописей, где я имею честь работать, содержится немало рукописей бабицких и Бахаи. И в частности, в одной из рукописей я обнаружил хвалебную оду анонимного поэта Бахаи из Ашхабада в честь русского императора Александра II. Эта ода должна скоро уже выйти в полном переводе, но, к сожалению, редактор сломала ногу, мы сегодня узнали, но это все-таки уже не помешает выходу. Молимся, так сказать, за скорейшее выздоровление редактора и всех с этим связанное. Вот рукопись выглядит таким образом. 100 лет пролежала эта рукопись, так сложенная в конвертике, и в конце были строки, что дай Бог, когда-нибудь это будет переложено на русский язык. Ну вот после 100 лет мне удалось переложить это на русский язык. И в частности, вот там так говорится, там много чего говорится, но вот в том числе такие строки. «Безграничная хвала величайшему Творцу и бесконечное благодарение Богу Всещедрому. Да пребудет народ Баха в персидских и арабских писаниях самоназвание общины Бахаи. Народ Баха. Да пребудет народ Баха в радости и веселье, благодаря заботам государя-императора величайшего. Имя славного того государя Александр III, от стремительного натиска которого спасается бегством свирепый лев. Тот самый царь, что осененный божественной славой, под перстнем своим держит в повиновении весь мир». Ну и так далее, и так далее. Вот так выглядел храм Бахаи в Ашхабаде. Это реконструкция, потому что он сейчас существует только виртуально. Он был снесен в советские годы, в хрущевские годы. А общины Бахаи и группы Бахаи существовали до революции и в первое десятилетие советской власти не только в Ашхабаде, но и в других городах России, включая Баку, Тифлис, Москву и Санкт-Петербург. В СССР в 30-е годы Бахаи, как и представители других конфессий, подверглись репрессиям. Их собственность, храмы, все было конфисковано, многих сослали в ссылку, либо депортировали в Персию, в Иран. Община прекратила существование. В 1963 году храм был снесен. Община Бахаи возродилась в СССР только в 1990 году, а после распада СССР общины, уже как и во всем мире, продолжили существование в независимых государствах, на постсоветском пространстве и уже состояли из самых различных этносов, рас и народов. Это по поводу веры Бахаи России. Теперь кратенько очень о учении Бахаи. Лейтмотив учения Бахаи – это единство. Точнее, единство в разнообразии. Это такое единство, которое не подавляет автономию частного, а наоборот сохраняет эту автономию. Бахаулла говорил: «Вы плоды с одного древа и листва с одной ветви. Относитесь же друг к другу с величайшей любовью и кротостью, дружелюбием и товариществом. Дневное светило истины есть мой свидетель. Свет единства столь могуществен, что может осиять всю землю». Все принципы Бахаи, они вот, так сказать, являются развитием этого основного принципа единства. Это единство Бога, ну, сущностное, единство человечества, единая основа, то есть общность религий, самостоятельный или независимый поиск истины, гармония науки и религии, равенство мужчин и женщин, преодоление всех предрассудков, духовные пути разрешения экономических проблем, всеобщий мир, основанный на содружестве наций. Очень кратко я сейчас остановлюсь на каждом из этих принципов, извините.
пошел вперед. Ну, значит, общность религии. Имеется в виду не стирание идентичности между религиями, а сущностная общность религии, как изошедших из одного источника. Основатели всех религий, по терминологии Бахаи, явители Божии или Божьей воли, пришли от Бога, и все созданные ими вероучения ниспосланы свыше из одного источника. В священных писаниях каждой предшествующей религии есть указание на пришествие очередного, то есть следующего пророка, выраженное предельно обобщенно и условно, часто символически. Явители Божьей воли – это особая категория существ. Вот это такая эмблема. Верхний план подразумевает план Бога, или план Божьей воли, если говорить точнее. Нижний план – это план человечества или творения, если говорить шире. А вот в середине – это связующее звено. Это великие посланцы, учителя человечества с большой буквы, по терминологии бабизма и бахаи, явители Божьей воли. Независимый поиск истины. Да, я, кстати, перескочил. Извините, я очень мало сказал о единстве Бога, да? Имеется в виду вся Вселенная, населяющая живые существа и действующие в ней силы, созданы единым, стоящим над человеком и природой, существом с большой буквы. Это существо, которое на языке религии называется Богом, обладает неограниченной властью, всемогуществом над своим творением и совершенным и полным знанием, всезнанием. Каковы бы ни были наши воззрения на природу Бога, на каких бы языках мы ни взывали к Нему, какое бы имя ни давали Ему, Яхве или Аллах, Бог или Брахма, в любом случае речь идет об одном и том же, единственном в своем роде существе. Единство человечества, да? Все человечество, независимо, или иначе говоря, рода человечества, независимо от цвета кожи, типа лица, составляет единый вид, единый организм. Бог наделил все народы одинаковыми способностями, определяющие черта эволюции человеческого общества, достижение все большего единства. Семья, племя, город, государство, страна – все это очередные этапы совершенствования общества. Всю историю человечества восходит от более низкого уровня единства к более высокому уровню единства. Грядущая стадия процесса коллективного развития знаменует собой вершину человеческой эволюции. Планетарное единство, планетарная цивилизация. Когда я говорю планетарное, подразумевается не межпланетное, да, не что-то такое там на уровне Вселенной, имеется в виду в масштабе планеты Земля. Ну, пока этого достаточно, хотя бы это, да. Общность религии, ну, а про это я уже говорил, независимый поиск истины. Бог даровал человеку разум и способность отличать истину от лжи. Первопричина возникающих в мире конфликтов – это слепая, неосмысленная приверженность тем или иным традициям, общественным движениям, мировоззренческим системам. Кто не использует разум по назначению, а предпочитает бездумно разделять чьи-то мнения или идеи, оправдывая это уважением к тому, кто эти идеи проповедует, пренебрегает возложенной на мыслящее существо нравственной обязанностью. Я очень кратко говорю, обо всем этом можно читать отдельные лекции. Отказ от предрассудков. Предрассудок есть сильная эмоциональная приверженность человека к какой-либо идее, которая, то есть приверженность, не сопровождается попытками понять, истинна эта идея или ложна. Одна из распространенных форм предрассудков – это безраздельное, я делаю акцент на слове «безраздельное», безраздельное отождествление себя с некой группой, которой человек принадлежит, или причисляет себя, и которой он приписывает превосходство над другими. Таковые группы могут быть этническими, национальными, социальными, религиозными, профессиональными и прочими. Гармония науки и религии. Значит, гармония или общность науки и религии и отрицание их противопоставления коренится в том, что истина или реальность едина. Научные истины – суть истины, открытые самими людьми. Истины, данные в религии пророков, явлены человечеству свыше. Это богооткровенные истины, которые людям не нужно открывать самим. Бог является одновременно и творцом реальности, которая составляет предмет науки, и источником откровения божественного. Поэтому здесь не может быть противоречия. Бахаи говорят, религия и наука – суть два крыла, на которых воспаряет человеческий разум, а душа устремляется к совершенству. Если продолжать эту мысль, на крыле религии без науки человечество упадет в трясину предрассудков, на одном крыле науки
без религии человечество тоже упадет в трясину безнравственности. Противоречие между наукой и традиционными религиозными воззрениями – результат человеческой слепоты и самонадеянности. За века своего существования многие религиозные системы постепенно подвергались искажениям, которые затуманивали первоначальную чистоту учения, исходившего от основателя веры, явителя Божьего. Со временем становилось все труднее отличать эти искаженные учения от первоначального послания, данного Богом. Аналогичным образом, безосновательные концепции различных научных школ временами становились столь популярными, что мешали людям воспринять данные серьезных точных исследований и тоже давали искаженную картину. Ну и предпоследнее, что я хочу сказать под учение, духовные основы общества. Для полного устранения возможных конфликтов одного лишь преобразования экономической системы недостаточно. Нарушение принципа справедливости в сфере труда и потребления – результат человеческой алчности. Следовательно, необходима прежде всего духовная трансформация. Продуманная экономическая система окажется даже самая продуманная, неэффективной, если человек будет по-прежнему эгоистичен, жаден и духовно незрел. Человек – существо по сути своей духовное, и без учета духовной природы человека любое решение, относящееся к какой-либо из сфер его деятельности, окажется лишь временным. Еще бахаи стоят за вспомогательный международный язык, которому бахаи предлагают обучать детей во всех школах. Вспомогательный, чтобы был какой-то единый язык. Отдельно скажу о прогрессирующем откровении. Существует и всегда существовала единая божественная религия. Различные религиозные системы – иудаизм, зороастризм, индуизм, буддизм, христианство, ислам и вера бахаи и так далее – лишь формы этой единой религии с большой буквы, соответствующие определенным этапам развития человечества. Это очень важно подчеркнуть. Человечеству по представлениям бахаи в своем коллективном развитии присущи те же фазы становления, которые проходит индивидуум. То есть стадия детства, подростковый период, отрочество иначе, совершеннолетие, зрелость и тому подобное. Человечество также взрослеет от эпохи к эпохе. Таким образом, постоянно развивающееся божественное откровение неразрывно связано со ступенями коллективного роста и взросления человечества. Каждый такой этап обучения человечества религии именуется очередным откровением, которое дается посредством пророчества. При этом каждая религия, включая веру бахаи, составляет самостоятельную религиозную систему. Я дальше пропускаю, потому что времени у нас остается мало. В учении бахаи утверждается, что религии, осознавая свое сущностное единство, должны прийти к такому единству и согласию, что не означает механического стирания граней между религиями и утратами религиями своей идентичности, так как один из основополагающих принципов бахаи – это единство в разнообразии. То есть такое целое, которое сохраняет автономию частного. Бахаулла говорил, Китаб Якдасный, Святой книге, «Общайтесь с приверженцами всех религий в духе дружества и согласия, дабы вдохнули они от вас благоухание Бога. Берегитесь, да не охватит вас среди людей пламя безрассудного невежества». Это же относится и к единству рода человечества, который, человеческий род, писание в Бахаи, сравнивается с садом, состоящим из разных цветов, разных видов, разных цветов разного цвета, которые и составляют гармонию, потому что если бы сад состоял из цветов одного цвета и вида, он был бы страшно скучным и монотонным. Вот. Теперь кратенько религиозная практика. У Бахаи отсутствует духовенство, это очень важно отметить. Основы индивидуальной религиозной практики составляют молитвы, медитации, изучение писаний, исследование изложенным в них духовным предписанием. У бахаи существуют обязательные ежедневные молитвы, исповедь наедине с Богом без посредников, пост, паломничество на святую землю к святыням бахаи и прочее. Из коллективных мероприятий в общинах регулярно проводятся праздники 19-го дня через каждые 19 дней по календарю бахаи, святые дни, вообще 9, 19, для бахаи это священные числа. Но не спрашивайте, почему, ответ очень сложный. Святые дни, посвященные значимым для религии бахаи датам. Дни рождения Бабы Бахаулы, которые раньше отмечались порознь с интервалом в 3 недели, с этого года отмечаются 2 дня подряд и называются двойным Рождеством.
Проводятся также молитвенные собрания, духовные занятия, то есть изучение писаний и принципов, детские классы типа воскресного обучения, также семинары и другие мероприятия. Теперь о храмах Бахаи. Первый храм был в Российской империи, в Ашхабаде, но его, к сожалению, больше нет. Сейчас в мире существует пока 7 храмов Бахаи, 8-й уже достраивается в Чили, пока по одному храму, и уже в этом году в чилийский храм будет открыт. На каждом континенте пока по одному храму. Ну вот, храм в Индии, Лотос он называется. Значит, храмы Бахаи, они в каждом регионе могут отражать какую-то местную закономерность, но при этом все имеют что-то общее. 9 пределов, во-первых, у них есть, и, ну, 9 пределов, потому что 9 это еще и священное число у Бахаи, 9, 19 и прочее. Этот храм называется Лотос. Вот тоже виды лотоса. Храмы Бахаи открыты для людей любых конфессий и вероисповеданий. Все, кто хочет прийти, может тоже там присутствовать. Вот вид храма лотоса сверху. А это храм Бахаи в Чикаго или под Чикаго. Вот он так выглядит. Я имел радость там побывать. Это единственный храм, который мне посчастливилось быть. Чикагский. Вот виды Чикагского храма. Вот так он выглядит изнутри, интерьер. Там сиденья есть, ряды есть. Просто они не попали, так сказать, в объектив. Вот вид сверху Чикагского храма. Вот храм во Франкфурте на Майне, в Германии. Это вот европейский храм на европейском континенте. Вот храм Бахаи в Сиднее, в Австралии. Вот храм на африканском континенте, в Уганде, Кампале. Вот в Панаме. Вот на острове Самоа, или Самоа, как хотите. И вот чилийский храм, который буквально в этом году должен уже быть открыт. После этого завершается строительство храмов на континентах и приступит к строительству храмов в странах. Но, естественно, не так быстро происходит, достаточно медленно будет происходить. Немножечко об административной системе Бахаи. Каждая местная община Бахаи избирает сроком на один год местное духовное собрание из 9 человек, как я уже говорил, которое координирует ее жизнедеятельность. На уровне страны избирается национальное духовное собрание, тоже сроком на один год и тоже из 9 человек. А на международном Всемирный дом справедливости выбирается сроком на 5 лет представителями всех национальных общин Бахаи. Он располагается в городе Хайфа, Израиль, на горе Кармель, где, уже говорил, в святилище Бабы возник духовный административный центр общины Бахаи. Вот теперь несколько видов центра Бахаи в Хайфе. Да, это вид на святилище Бабы с одной из террас. Всего террас 19. Ну, административный центр Бахаи – это такой полуватикан на территории Израиля. Полу-Ватикан в том смысле, что он не является самостоятельным государством, а Ватикан в том смысле, что пользуется экстерриториальностью, и премьер-министр Израиля не может туда прийти без согласия, скажем так, Всемирного дома справедливости, хотя я сомневаюсь, чтобы в этом согласии ему было отказано. Вот. Вот тоже вид, другой ракурс Всемирного дома справедливости. Вид с одной из нижних террас на святилище Бабы. Вот вид на залив. В Хайфе тоже со стороны святилища Бабы. Вот тоже ночная фотография святилища. Вот контраст не очень хороший.
хотела снимка, но я все-таки решил показать его. Это практически с нижней террасы, как мне кажется, или одной из самых нижних. Вот, и здесь уже вид практически всех террас. Видите, террасы внизу и террасы вверху. Дневное время. Вот вид садов на одной из террас. Вот ночная панорама. И террасы очень хорошо подсвечиваются. И здесь тоже есть особый символизм. Когда Баб пребывал в темнице, слово еще темница называется по-русски, по крайней мере, в Маку, а потом в Чихрике, у него даже не было свечи, чтобы вечером освещать комнату, где он был заточен. И символизм тот, что да, у самого Баба не было света, но от Баба пошел такой свет, который озарил всю землю. Вот этот свет расходится лучами. Да, вот тоже один из видов. А это вид на архив. Там в Международном центре есть архив писаний, и не только писаний. А сбоку тут виден кусочек усыпальницы Бабы. Вот опять-таки вид на архив слева, а справа институт изучения текстов, изучения писаний. И там в отдалении, вдали виден купол святилища Бабы. Ну и, естественно, город Хайфа внизу лежит. Да, а это, я хотел бы закончить разговор наш об Абизе. Это вообще мистическая история вот этой рукописи, которая тоже случайно обнаружена мною в нашем институте. Как-то описывая наш фонд, Бабицкий и Бахаи, я набрел на такой, в конверте была вложена вот такая, какой-то листочек бумаги, он оказался рукописью. И сопроводительное письмо было написано, что этот список, безусловно, рукопись, безусловно, бабицкая, тогда Бахаи называли бабидами еще по старой терминологии. И, видимо, это Александр Иосифович Туманский писал, как эксперт. И он находил там, будем считать, что Туманский или эксперт, доказывал, почему это, безусловно, бабицкая рукопись или Бахаи, рукопись Бахаи, привезенная была из города Мешхеда, пролежала вот в конверте, согнутая в несколько погибелей, в три погибели и так далее. И когда вот это все я развернул и отправил с вопросом в Всемирный центр, хотя я так уже предполагал, там было написано, что это рукой самого Баха написано. Но Баха, можно понять Бахаулу, что это Бахаула, но в этом я усомнился. Или Абдул Баха, сын Бахаулы. Так подтвердилось, что эта рукопись переписана рукой Абдул Баха, писание Бахаулы, скрижа священного морехода. Причем это уникальная рукопись, потому что ее текст в чем-то более уникален, чем другая рукопись. Это уже писание, тоже написанное рукой Абдул-Баха, которая хранится в Международном центре, в архиве в Хайфе, потому что там есть какие-то архаичные обороты, которые сохранились в английском переводе Шоки Эфенди, хранителя веры Бахаи, а в той рукописи нет. Так что эта рукопись наша очень ценная. И после реставрации, такой удачной нашим реставраторам, она вот вообще заиграла всеми цветами своих красок. Вот так. Это то, о чем я хотел вам с вами поделиться. Надеюсь, я не очень утомил вас. И также надеюсь, что если есть вопросы, я по мере возможности постараюсь на них ответить. Вот. Да. Спасибо за внимание. Да. Да. Значит, меня в свое время поразил ваш рассказ о том, эпизоде, связанном со смертью Баба. С расстрелом Баба. Да, да, да. Вот. Причем, как я понял, этот сюжет пришел не из религиозных источников, а из востоковедческих. Ну и дипломатических тоже. И дипломатических. Да, да. Можно немножко об этом эпизоде? А я рассказывал подробно, да, 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 да. Спасибо большое, Юлия. Пожалуйста, можно? Да, я скоро хотела бы и свое обсуждение сделать. Да. А вы запомните свой вопрос или что хотите сказать, чтобы не пропало, да? Ага. Вы еще на нашем семинаре еще одну страничку духовной жизни. Спасибо. Потому что мы здесь говорили и о Японии, и о Монголии, и о Турции было представлено. Вот теперь еще такое интереснейшее явление. У меня этот вопрос тоже есть.
как и как приходят, как становятся адептами этого религии, это раз вопрос. Потом есть как бы в кучу все. Если здесь нет священников, я так понимаю, да, можно ли назвать это религией? Это все-таки просто или вера, или философия, или что-то. Второй вопрос. И третий вопрос, а что же делал вот этот баба, если я посмотрела на годы его жизни, это 25-й год, он как бы вот возвестил. А в 31-м уже все это... Да, в 50-м его казнили. Вы имеете в виду у бабы самому? Да, самому. Да, да. Он годы жизни 1918 год рождения, 19-й, что 1919 по 50-й. Да, то есть да. Он ушел из жизни. Молодым. 35 год. Да. Значит, что можно было сделать? Я поняла, что... Да, и вот действительно, это уже была, можно сказать, религия вот в это время. Да. Или еще... Что было? Значит, не было текстов, Ну, тексты уже были. Самого Баба. Да. Ну, я начну с первого, по очередности. Как становится Бахаи? Так, три вопроса у вас выделил я для себя. Как становится Бахаи? Бахаи становится очень просто. Желающий, узнавший о этой вере и признающий Бахулу, Баба, естественно, в качестве пророков, но признавая Бабу и Бахулу, вы должны признавать и всех предшествующих, так сказать. Тут и Авраама, и Моисея, и Иисуса, и Мухаммеда, и Будду, и, ну и так далее, Зарастра. То есть вы не можете сказать, да, я признаю только Бахулу, но я Мухаммеда пророком не считаю. Но тем не менее, пророками собственной веры Бахаи являются Бахула, ну и Баб, как его предтеча, две фигуры. Вы должны их признать. Ну, естественно, желательно вам все-таки что-то знать о учении, потому что знать хотя бы, что для себя вы должны исполнять. И все, достаточно объявить себя, в любом обществе в присутствии там одного-двоих людей, чтобы стать бахаи. То есть ничего другого от вас не требуется. Ритуалы. Вообще в религии бахаи ритуалы сведены к минимуму. Они есть, но они сведены к минимуму. И контроль с исполнением ритуалов – это личное дело человека и дело его совести перед Богом. В это община бахаи не вмешивается. Община бахаи вмешивается только в такие вопросы, которые могут бросить тень на саму общину. А ваша сфера взаимоотношений с Богом – это сфера ваших личных взаимоотношений. Вы знаете практику, вы исследуете, как пособлюдаете, не соблюдаете, себя освобождаете, не освобождаете. Есть принципы, по которым можно освобождать себя, но прилагает это все человек сам. Так что это очень, в общем-то, приходит очень просто, так сказать. Да, второй ваш вопрос, не знаю, ответил ли я на это. Да, спасибо. Второй вопрос был, то есть объявить себя бахаитом. Второе было религию, в которой нет священников. Смотря как мы определяем религию. Если мы в понятие религии вводим обязательный институт священнослужителей, то тогда, может быть, и нет. Но я не считаю, что это обязательный компонент религии. Тем более я знаю христианские общины, где тоже нет священников. Есть, правда, старшие братья, но нет как таковых священников, то есть освобожденного такого сословия нет. То есть я лично не считаю священство непременным условием характеристики религии, тем более, если мы вспомним, во времена апостолов, собственно, священничества, собственно, и не было, оно только еще зарождалось и носило такие какие-то непонятные еще формы. Но это мое отношение, да. Третье, вы сказали, что было, можно ли считать во время бабизма, можно было считать, что это уже религия. Баб в своих писаниях четко говорил, что его книга призвана заменить Коран. Эпоха Корана прошла не потому, что Коран плохой, нет, Коран хороший, все, ну просто священные писания, они тоже, так сказать, каждую эпоху, эпоха примерно 1000 лет, плюс-минус, они спосылаются новые. Вот Баян, как он называл свое писание, пришло для того, чтобы заменить собой Коран. Даже два эти Корана, он даже так называл. Коран – это вот тот старый Коран мухаммадовский, и вот его Баян. Но писал, что это временно, придет более великий пророк, тот, кого явит Бог, которого Бахаи отождествляют с Бахулой. И он это все поставит на свои места, то есть он может Баян отменить, он может много чего сделать и так далее. А, да, так что в священных писаниях Баба и даже в самых ранних Баб уже говорит о своем учении как о самостоятельной религии. Фактически. У меня статья есть на эту тему, Каюмуль Асма, это одно из самых ранних писаний Баба.
каюмуля сейчас, пророческая метель, или бабизм как самостоятельная религиозная система по материалам каюмуля сама. Там я привожу все эти даты. То, что уже существовала община, народ баяна, который, если не противопоставлялся, то уже отличался от народа Корана. Был народ Корана и был народ баяна. Была община Мухаммада и была община Баба. То есть это по меньшей мере шло уже на равных. И ни по каким критериям невозможно уже бабизм было вписать обратно в ислам. Хотя иногда так пишут, ну что, но это пишут больше из неведения или из желания не выйти за рамки исламского догмата, что после ислама не может быть другого пророка, так сказать. Тут вот такая вещь. По объективным критериям бабизм, по всем, собственно, по всем критериям, впервые громогласно было объявлено о том, что бабизм это самостоятельное, почти Корану, откровение на так называемой встрече в Бидаште, в Хорасанском Иране, городе Бидашт, в 1847 году. И вот тогда было заявлено, что Баб не просто каим исламского откровения, а это новый носитель откровения. И когда это было сказано, многие бабиды этого не ожидали. Многие бабиды не ожидали. И они ушли, вышли из бабизма. То есть они не хотели порывать ислам. Они не хотели принимать бабизм как самостоятельную религию, пусть даже уважительно относящуюся к исламу. И они покинули лоно бабизма. И считают, что именно на этой встрече Тахире впервые сняла с себя хиджаб. И это вызвало такой вообще ужас в стане людей, воспитанных в мусульманской традиции, что кто-то там из бабидов даже чуть было не выхватил кинжал и не пожелал, так сказать, перерезать себе горло, потому что он не мог видеть, что женщина перед ним снимает хиджаб. Ну, это так, это по поводу вот этой. То есть было заявлено, что да, это другая религия со своими другими традициями, уже со своими собственными традициями. Ну, а потом пришел Бахулла, и бабизм стал в каком-то смысле Ветхим Заветом, но многое из этого интегрировано в учение веры Бахаи, и, так сказать, оно сейчас существует, и молитвы Баба существуют, они читаются, и писания Баба, и читаются, изучаются, и составляют часть духовной практики Бахаи по их желанию. Вы знаете, у нас до этого был вопрос. Я на все три ваших ответа, да? Вначале ваш, а потом мы... Я на ваш ответ. Хорошо? Пожалуйста. Бахаизм мне... Лучше Бахаи говорить. Говорят иногда бахаизм. Да. Напоминает секту. Во-первых, слишком молодой. И чем он отличается от свидетелей Иеговы, которые тоже себя вообразили кем-то. Вот у меня ощущение такое. Слишком поздно. И время-то 1900 какой-то был. То есть секта раз. Потом вы сказали, что в Ашхабаде приняли их. Я жила в Туркмении в 1980 году, во всей Туркмении 2 миллиона человек, уже не меньше, было. Чем в Ленинграде. Уже не было в то время, да. Нет, я к тому, что в Ашхабаде, наверное, ну, я понимаю, пустыня Каракум, да. В Ашхабаде было не очень много народу, но признали. Это второе. Ну, мало ли кто признал, как это самое. И почему они стремились к России? Что они хотели от России? Так, давайте с первого вашего вопроса. Вы сказали секта. Ну, я по своему базисному образованию филолог, поэтому я очень придаю большую значение словам. Секта для меня осколок чего-то. Или что-то, выходящее из чего-то. Секта, да, как часть. Придуманная часть религии. Из чего-то, да? Когда вы говорите свидетели Иеговы, здесь сравнение некорректно. Свидетели Иеговы себя позиционируют как христиане. Более того, они таковыми и во многом являются. То, что там их некоторые христианские... Иисуса не признают. Почему Иисуса? Они просто его не признают как Бога, как Сына Бога. Но это теологическое различие. Они первым делом, что приходят, в мой дом приходят, например, свидетели Иеговы, и они говорят, есть ли у вас Библия? Еще, чтобы меня купить, мне армянская фамилия, на армянском языке. Я говорю, вы знаете, у меня Библия на всех языках есть, но на русском мне будет достаточно. И дальше я им предлагаю, давайте вести диалог в духе межконфессионального, так сказать, да, диалога. Но тут же они уходят. Но дело не в этом. И у меня не остается сомнений, что они христиане. Да нет, из нас. То есть, понимаете, да, есть секта. Ну, я не, сейчас секта некорректный термин. Ну, может быть, другое. Конфессия. Ну, конфессия внутри. Да. То есть, это конфессия, существующая в более широком контексте. Это, может быть, христианская, может быть, исламская. Так вот, для того, чтобы сказать, что бабизм, тем более вера Бахаи, это
секта, ну вот как сказали, или конфессия, потому что в чем? В исламе не получится. Свое священное писание, свой пророк, своя практика, не духовенство, а отождествление себе и самосознание, свои храмы, но все свое. То есть нет ничего, чтобы совпадало. Поэтому не получается. Тут скорее можно с Виссарионом каким-нибудь сравнивать там, или еще чего-то, но тоже не получится там, когда начинаешь. Там все-таки очень сильная такая мимикрия под христианство, даже во внешнем облике Виссариона. То для меня самостоятельная религия такая религия, которая не мимикрирует под какую-то другую. Не, пусть даже чисто формально, как так называемые мормоны, они себя по-другому называют. По сути, это самостоятельная религия, но они не хотят себя оторвать от христианской пуповины, потому что они опираются на авторитет христианства. Да? Если они себя кем-то назовут непонятно что, а вот мы христиане, все, и как бы вот Моисей не, там, Иисус не говорил, что он есть Моисей, да? Что он в иудаизме что-то пришел делать, да, и так далее. То есть независимый пророк, независимый в том, что он себя не отождествляет с предшествующим откровением, из рамок которого он мог выйти, да, и ему хватает. Вот это мой такой подход. Еще у вас был вопрос или не вопрос, было? Вопрос, почему стремились к России? Почему стремились к России? К христианству или к России? Россия... К православию или к России? Нет, вот в России существовало такое заблуждение, что вера Бахаи... Это, ну не у всех, конечно, не у следователей, что вера Бахаи – это трамплин от ислама к христианству. Поскольку многие заповеди Бахаи очень похожи на христианские, если вера Бахаи будет широко распространяться в разных районах, через это можно будет легко воздействовать на ислам и как-то вот мусульман повернуть к христианству, к православию. Но это оказалось ложным тезисом, потому что, как писал русский дипломат Игнатьев, писал в переписке к Розину, я публиковал переписку, но только в Англии, в России не удалось публиковать. А он писал о том, что здесь очень надеялись в Ашхабаде, он был царским агентом Средней Азии, что бабизм служит мостом между исламом и православием. На деле получилось обратное. Христиане перешли в бабизм. Кстати, первые были армяне, которые очень скрывали в Ашхабаде купцы, что они перешли в веру Бахаи. Но пока еще ни один бабит не перешел в христианство. Так писал Игнатьев. Значит, Россия стремилась к поликонфессиональности. Тех территорий, которые она приобрела. И а Бахаи, ну что ж, они были открыты, у них не было исламского, присущего исламу фанатизма, всего, они... хорошо относились к европейской культуре, к западной культуре, за что потом и страдали, и сейчас страдают, как агенты сионизма, сионизма, как, так сказать, и прочее, колониализма, и так официально трактуется это в современной иранской идеологии, как искусственная религия, созданная русскими и британскими колонизаторами, что в зависимости от того, куда маятник качается, то это то с британскими ассоциируется, как то с российскими. Но на самом деле это не имеет никакой почвы под собой. И вся история это опровергает. Игнатьев об этом пишет очень объективно вот в своей переписке, что у нас нет никаких оснований поддерживать бабизм. Мы просто относимся к ним с уважением. Мы не даем их уничтожать там, где можно. Никаких привилегий мы им не оказываем. Я это пишу в своих тоже публикациях об этом. Угу. Пожалуйста. Бахаи, надо сказать, вот я... Что? Бахаи, это да. Вот религия, я да. Тоже давно встречался, да. И непосредственно в группу даже какую-то ходил, да. Чтобы познакомиться. Ага. Она мне очень понравилась, но у меня вопрос такой. Значит, сколько их вообще вот, в мире? В мире, да, примерно. И какое количество у нас сейчас в России? Мне кажется, статистика такая произвольная наука, да? Я встречал самые разные цифры от 5 миллионов до 11 миллионов в мире. Но как очень осторожный человек по жизни, я предпочитаю держаться вот этой более скромной цифры 5-6 миллионов. Но не менее этого, это в мире. Что касается, ну в одной Индии считается 1,5 миллиона. Так о чем же говорить, да?
Вот. Нет, но по, да. Судя по, да, снимкам и по храму, да, то это, да, достаточно серьезно. Да. А что касается России, ну, я тоже разные цифры слышал, говорили там 2000 когда-то, 90-е годы, там, то 3000, ну, вроде 3000, это ко всему СНГ относилось, потом, я 2000, потом я 1000 слышал, но эти цифры я им не доверяю. Я вообще статистике и вот опросам общественного мнения, это две вещи, которым я не доверяю. Потому что я считаю, что как сформулируешь вопрос, так получишь ответ. Да? Поэтому очень я осторожен. А у нас, я был очень давно, лет, наверное, 20 лет, группа в Питере здесь была. Ой, в Питере есть, да. Петербургская община, одна из крупных общин БХИ в России. Москва, Петербург, Казань. Это три крупные общины на европейской территории страны. А так общины есть и на Сахалине, есть общины во Владивостоке, есть много где. Я просто с Сибирью меньше знаком. Как-то никогда не заносило меня. Да. А в Европе, вот в Европейской части, вот эти три. В Краснодаре есть, много где есть. Ну, это, да, самое лучшее. А у них мне ничем не нравится, у них нет агрессивности вообще. Ну, в общем-то, это идея мира и гармония. Да, то есть разное не является причиной раздора и несогласия. Разность – это как раз как взаимодополняемость. Очень хорошая. Это идея, да. У них внешняя атрибутика, вот как крест. Вот одну я вам показывал, да, этот символ? Да. Атрибутики вообще-то очень мало, но она есть. Она есть, вот еще есть несколько таких символов. Да, есть четки даже, четки молитвенные. Есть кольцо погребальное у БХИ, кстати, есть свой, так сказать, я бы назвал это обрядом, погребальный обряд, своя молитва погребальная, и там вот это кольцо надевается. В общем, на самых разных языках. Хотите, но не, вам-то не надо, но вообще, кто хочет, на том языке может заказать себе кольцо. Да, так что так. А вот за счет пожертвований строятся храмы? Да, да, храмы строятся за счет пожертвований, но они централизованы через Всемирный дом справедливости. А общины существуют на пожертвования, да, своих членов. Да. Но это добровольные и такие тайные пожертвования, то есть никто не имеет права контролировать, кто кладет, сколько кладет. И даже казначей общины, по идее, не должен знать. А может в общину БХИ, да, взнос нет? Не может. По принципам БХИ, значит, пожертвования принимаются только от БХИ. Если же какой-то не БХИ очень хочет поучаствовать, от него могут принять, но эти пожертвования пойдут исключительно на благотворительность. Это попутный вопрос. Да. А вот мы говорим, очень просто. Встать и сказать, я считаю себя БХИ. И все, да. В России это особенно просто. Да, в Америке вас могут еще пригласить, вначале, хоть сказать, чтобы, ну, хоть комитет, вновь веры, таких обращенных, и хотя бы поговорить как-то, сказать, что, а вы вообще-то знаете, что хоть что-то о вере? Потому что может человек говорит, да, я БХИ, я ничего не знаю. Да, уже такого не было. В Америке еще какую-то беседу могут провести. А в России ни беседы, и ничего, человек объявил и стал БХИ. А как вот Кирилл к этому относится, про православие наше? Вы знаете, насколько я знаю, он ничего не говорил о вере БХИ. Вообще вера БХИ такая тихая. Тихая, что так мало о себе заявляет. Ведь никуда же не допускают, ни на телевидении, ну никуда. Не только БХИ, и многих других тоже. Что она так мало о себе дает знать, что пока что она не привлекла к себе большого внимания. Но как и любая религия, по мере того, как она будешь привлекать внимание, то это внимание не всегда будет позитивным, и это можно понять, потому что, как это называется, ведомственную ревность. Ревность еще никто не отменял. Да. Вы показали рукописи, две, а еще есть сохранения? Ой, у нас много. У нас в институте столько рукописей. У нас не только БХИ, у нас и шахидские есть, вот эта исламская школа предшествовала. У нас ценнейшие, у нас есть два списка персидского баяна баба. Один, правда, не полный. Два списка Каюм Улясма у нас есть. У нас такие вещи есть. Но в публичке тоже, национальных тоже кое-что есть, очень ценное. Там есть Китаб Улясма Баба, написанное рукой вот его главного секретаря. Да, попало через Дорна, через библиотеку этого Ханыкова, русского дипломата, а потом написано было Дорна. В Петербурге такие, особенно в нашем институте, такие ценности. И они как-то так лежат, и, в общем-то, как бы так. Ну, кто интересуется, изучает.